Представляем вам зимние канадские комбинезоны «Премонт». Главные наши отличия – это качество, морозоустойчивость, продуманность деталей, оригинальный яркий дизайн и привлекательная цена. Мы используем технологичные современные материалы и утеплители при производстве. Зачем? Чтобы ребенок был теплым и сухим при любой погоде. В комбинезонах «Премонт» используется мембранная ткань верха. Она имеет микрофоры, которые обеспечивают защиту от воды и ветра и вывод влаги наружу, что позволяет ребенку оставаться сухим при активном движении и смене температуры тела. Мы используем таслан – высокопрочный материал, стойкий к морозам и изгибам. Благодаря специальному переплетению нитей он не разрывается при порезах ткани. Для еще большей износостойкости мы усиливаем некоторые места тканью кордура, там, где это важно – на коленях, сзади брюк и по низу брючин. Эта ткань выдерживает 15 тысяч циклов трения, так что вы можете смело разрешать детям кататься с горки без ледянки. Грязеотталкивающая пропитка помогает с легкостью ухаживать за одеждой. Достаточно протереть влажной губкой грязное место и смыть водой. Утеплитель Tech Polyfill сохраняет тепло человеческого тела. Подкладка из флиса, современная замена шерсти, обеспечивает дополнительный комфорт. Поэтому ребенку тепло в этом комбинезоне даже при 30 градусах мороза. Снежная юбка используется в горнолыжных комбинезонах. Она защищает от попадания снега под куртку. В комбинезонах «Премонт» дети могут активно играть и валяться в снегу. Мы выпускаем брюки двух покроев, до 6 лет с высокой грудкой, после только лямки. Эластичная резинка для лучшего прилегания к талии. Удобно одевать, молния посередине. Даже маленький ребенок справится с этой задачей самостоятельно. Брюки имеют систему регулировки длины, хлястик для подгиба брючины. Они растут вместе с ребенком, и их хватит на весь сезон. Самый надежный производитель молнии – японская YKK. Вы можете быть уверены, что на протяжении всей носки молния будет работать безупречно. Светоотражающие элементы. В соответствии с международными законами для обеспечения безопасности ребенка мы применяем светоотражающие элементы на спине. Удобный съемный капюшон на молнии с утяжкой для более плотного прилегания к голове. Мягкий мех – имитация натурального, не теряет вид после стирок. Эластичные манжеты, регулируемые при помощи липучки. Дополнительные манжеты на брюках для защиты от снега и грязи. Дополнительная внутренняя манжета одевается поверх сапога и предотвращает попадание снега. Ветрозащитная планка предотвращает попадание ветра и влаги через молнию. Подходящие по цвету аксессуары – шапка, шарф снуты и краги. Внутренняя этикетка с местом для имени. Ребенок не перепутает комбинезон. Комбинезоны «Премонт» – это качество, дизайн, высокие технологии и продуманность деталей.